Ну что, едем ремонтировать машину. Скрипит потертое седло. Подняли ее наверх и покатили по нашим буеракам. Сейчас должны поменять ступицы на передних колесах, на задних колесах. Итак, слушаем. О! Шум откуда-то сзади, слева. О, тук-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 тук. Вот этот шум надо устранить. Перед заменой ступиц меняем задний мост, а именно кардан и раздатку. Диагностика, что где шумит. Как видите, все новое споднизу. Выхлопная система, навьё. Смотрим, щупаем, нюхаем. Спрашивает, ТО сделал? Дима отвечает, сделал. Давай заведи, попробуем. Сейчас будем слушать. Машину завели. Поехали. Смотрим визуально. Слушаем. Что как работает, как вращается. Вообще бесшумно работает. Вообще бесшумно работает. В колесе услышали какой-то шум. Дима, ручник. Подтяни ручничок. Натянул. Одно колесо остановилось, другое вращается. Отпускай. А ну-ка затормози-ка.
Давай заново. Затормози. Оп. Щелкнуло. Что тут может щелкнуть? Не надо газовать. Сними со скорости. Сбрось тормоз. Надо смотреть. Слушаем. Слушаем. Что-то мелкое есть. Вообще резина шумная. Меняем кардан. Шлицы, вот. При каждом ТО смазывать. Все смазано, шлицы, вот они. Они вроде бы смазаны. Понесем на свет. Вот этот стук как бы от руки, а если там усилие другое, клац-клац. Тук-тук-тук-тук-тук, есть-есть. Вот это я с краю, а если дальше, еще больше выработка. Где рабочее положение? Она выходит и входит. При загазовке двигатель гуляет. Двигатель на подушках, ход его есть. И если сделать все мертво, то он будет рвать подушки на редукторы. Это отвинчивается? Нет, это гайка. Меняется в сборе? Да, все в сборе. Что толку? Там выработка, поставить, и какой толк? Ясно выяснили. Мы взяли другой кардан, на котором ничего нету, никаких люфтов. Что там с ним? Тяжелый, конечно, чугунина. Ребра жесткости охлаждения. Несмотря на замену этих двух штуковин, шум остался, но стал иным. Вот какое чудо. Навьё. Оригинал. Разрезаем. Раскупориваем. Вынимаем. Смотрим. Очень прочная вещь. А то я выставил коробочки, чтобы показать, что все сделано в Японии. Toyota Motors Corporation.
снимаем шпонки, добираемся до ступиц. Вот она так выглядит. Сняты тормоза. Для того, чтобы лучше откручивалась, смазываем жидкостью. Снимаем тормозной диск. Поднимаем. Подлазим. Все болты прикипели. Приходится применять рычажок, чтобы все это открутилось. Дело идет, гайки крутятся, работа спорится. Видите, болты отвинчены, сейчас будут вынимать ступицу из вот этого вот рычага. Крутим, слушаем. Что там? Слушаем. Нету шелестящего звука. То есть в этом есть шелестящий звук БУ, а в том нету. Выбиваем ступицу переднюю. Из рычага мощные удары молотка. Опа, есть. Вот она. Вот он рычаг. Алюминиевый. Окисляется при контакте с металлом, со сталюкой. Очищаем это место. Чтобы все было чистенько. Дима мощно работает всеми инструментами. Пыль отскакивает. Посадочное место очищается. А это что за штука? Это болт, который заржавел. Очищает резьбу от ржавчины. А теперь вставляем новую ступицу. Ступица запрессована. И я спрашиваю, можно ли ее раскрутить? Мне отвечает, разобрать-то можно, но все запрессовано. А вот назад собрать, навряд ли ты соберешь так, как надо. А до подшипника, чтобы добраться, надо сломать, где там стоят стопорные кольца, где стоят вот эти вот датчик АБС. Короче, после она приходит в негодность. Почистили, и он хорошо вошел. Вот уже он вошел, прикручен. Ступица прикручена к рычагу. Дима смазочкой медной все это дело обрабатывает. Медная смазка нужна, чтобы меньше шло окисление металла. То есть своеобразная защита получается. Так, теперь мы тормозные диски очищаем от коррозии, пыли, грязи. Теперь протираем.
Ага, все. Вставляем. Все стало. Как и должно быть. Теперь тормоза надеваем на диск. Перереть им надо тормозные колодки, поставить свои места. Насколько я понимаю, это суппорт. Вставляем тормозные колодочки в него. Суппорт собран и одевается на тормозной диск. Тормозной диск мной был заменен. Вы видите, он новенький. Колодки надо поставить строго на свои места, чтобы они не сместились. В этом и вся сложность данной процедуры. Ага. Одному неудобно. Просим помощи от Дмитрия. Все. Дима помог Тёме. И все стало на свои места. Различные шпонки вставляются, чтобы все это держалось. Закручиваем гайки, чтобы суппорт был на месте. Готов. Прокручиваем, смотрим, все нормально, нормально. Приступаем к задним колесам. Димон напрягается. Для того, чтобы все хорошо пошло, используем смазку. Спрашиваю, смазка здорово помогает? Он отвечает, да. От смазки все откисает. И гайки начинают гораздо легче вертеться. Кстати, эта смазка так и называется. Так, все это откручиваем. Треск срывается с места гаечка с таким треском. Опачки! Специфический треск. Так, смотрим, что, что и как. Оказывается, надо снять все эти рычаги, чтобы добраться до задних подшипников. Вы видите, отвинчены стойки. Теперь непосредственно снимается сам этот шкив, который передает усилие с раздатки на колесо. Вот он какой. Закрепляем его в тисках и смотрим. То есть вот они с двух сторон. Вот одна сторона, вот она другая сторона. Выработка уже есть, говорит Александр. Выработка есть. Вот этого люфта не должно быть. Пробуем этот.
На этом тоже выработка. Спрашиваю, от этого шум может быть? Нет, он говорит, может быть только клацанье. Вот этого клацанья, которое сейчас наблюдается, не должно быть. Спрашиваю, сколько эта штука стоит. Ответа нету. Надо смотреть. Вынимаем. Для этого надо растянуть тут все, чтобы вышло. И так, это идет сюда, это идет туда, вынимается из раздатки. И молоточком выбивается легко и просто. Опачки, еще надо вдарить. Все, вынули. Опять смотрим. Тук-тук-тук-тук. Есть люфт. Тук-тук. Пробуем другой. Тук-тук-тук. И этот стучит. Тук-тук-тук. Александр говорит, всему приходит конец. Наконец-таки добрались. Слушаем. Именно ее будем сейчас менять. Вот эти колодочки, это тормозные колодочки ручного тормоза, они уже, увы, также подошли к своему естественному концу. Это надо будет снимать. Суппорт снять тормозной и все это сюда поставить. Называются колодки ручника, тормозные колодки. Их видно, что они износились до предела. Итак, выбиваем заднюю ступицу. Александр говорит, надо ее ловить. Действует смело, деловито, уверенно. Так как знает, как это вынимается. И он уже не раз эту процедуру проделал. И даже не два. Опачки, вынуто. Смотрим, слушаем. Как-то непонятно, что ничего, но будем ставить новое. Осматриваем посадочное место. Приступаем ко второму. Здесь вы видите пыльник. Без русского молотка, говорит Александр, работать ничего не будет. Вот это пыльник. На той ступице его не было. Говорит, на ту сторону был удар. Выбиваем правую заднюю.
Вот такие вот ремонтные работы идут. Ага, постучали. Александр говорит, что это разные подшипники. Ага, вот пошло дело. Пыль столбом. Не такой подшипник, говорит он. То есть здесь стоит оригинальный подшипник, еще не мененный. Опачки! Мощные удары. Все. Ступица вынута. Слушаем, как что работает. Слушаем, слушаем, что там. И я там слушаю. Один стоит не оригинал, а один оригинал. Дима привез мне оригиналы, а это стоит другой, не оригинал. То есть у меня сейчас стоят оригиналы. Вот такие вот, НСК родные. А это другой, не родной. Разница в ширине. Его при ударе поменяли. А вот этот стоит еще родной. Родной уже начал шуметь хорошо. Спрашиваю, а что ж меня меняли в сервисном центре Lexus? Там должны были поменять оба. Александр подытоживает, что они разные, не могли они так поступить, поставить. И вот этот вот, никогда его не вытаскивали отсюда. То есть меня развели просто-напросто. Визуально видно. Дима показывает, вот две проточки, а здесь два отверстия. Добавляет, вот такие привез новье. Собираем рычаги, крутим, мощно крутим. Опа, затяжка, протяжка. Спрашиваю, шпилька здесь есть? Отвечают, ставится вот такая штука. Жестяночка, а жестяночка уже шплинтуется. И вот как раз Дима показывает шплинтование этой жестяночки. Разгибаем шплинтик, чтобы это никуда не делось. Опа! Так, все, загнули, вот она есть. Теперь ставим защиту, что было ранее снято. Закручиваем. Я спрашиваю, после этого надо делать сход-развал. Мне говорят, что надо раза в два его в год делать вообще-то по нашим дорогам. Обязательно. Кстати, я ездил сегодня в Ростов именно для того, в сервисный центр, чтобы мне сделали сход-развал. Но не сделали.
сказал из-за того, что на заднем подрамнике сорваны регулирующие эти болтики, и надо сначала их восстановить, и только после этого делать сход-развал. Поэтому машина еще без сход-развала. Завтра будем делать этот подрамник, устанавливать все эти вещи. И от них я сразу же поеду на сход-развал. Закручиваем. Затяжка мощная. Так, опачки, затянули.